В ДК «Судостроитель» состоялся концерт, посвященный дню рождения поэта и актера Владимира Высоцкого. В зале собрались поклонники его творчества. Песни Высоцкого исполнили ярославские барды. Четверть века назад, в феврале 79-го, Владимир Семенович дал 2 концерта в Ярославле. Его выступления проходили в Ледовом дворце спорта моторного завода. Исполнителю понравился дух города. На концерте он даже порвал струну гитары из-за сильного боя по инструменту. Фото этого эпизода облетело всю страну. А на прощание поэт сказал, что хотел бы почаще видеть Ярославль в списке своих гастролей. Но это было его последнее выступление на Волге. Сегодня о Высоцком говорят как об авторе вне времени и вне политики. Его стихи и песни находят отклик в сердцах людей разных поколений. Сегодня собрались люди, которые любят Высоцкого, помнят и читают его стихи, помнят его как актера и, конечно же, поют песни Высоцкого. Он написал более 600 песен и стихов. Он снялся в больше 30 картинах. И сегодня мы отдаем дань памяти этому человеку, которому сегодня бы исполнилось 77 лет. Это человек, который правдиво говорил о истории жизни в рамках Советского Союза. И его слова, его песни настолько актуальны сегодня. И мы должны просто воспринимать это как, ну, действительно науку, которую надо постигать.